Очередное планерное совещание началось с награждения почетными грамотами администрации района за личный вклад в борьбу с распространением на территории Кашхабского района новой коронавирусной инфекции COVID-19 были награждены начальник отдела филиала Центра гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея в Шавгеновском, Кашхабском и Геогинском районах Жанна Бжецева, ведущий специалист-эксперт территориального отдела управления Роспотребнадзора по Республике Адыгея Владимир Слюньков, помощник врача-эпидемиолога Марина Бондаренко, дезинфектор Фаина Харетлева и водитель Халид Шигушев. Вчера был день медицинского работника, а вот именно Роспотребнадзор, именно вот Жанна Нурбиевна вот за последний год внесла очень серьезный вклад вот в борьбу с пандемией. Люди, которые честно, искренне отработали и работают, хотел бы поблагодарить лично ее, весь ее коллектив. Жан, поздравляю. Рабочая часть совещания началась с санитарно-эпидемиологической обстановки и работы межведомственных групп по проверке соблюдения норм Роспотребнадзора. На данный момент у нас больных на территории района 10 человек. Из них 6 человек находятся на амбулаторном лечении, 4 человека находятся на стационарном лечении. Коротко теперь по работе межведомственных рабочих групп по соблюдению стандартов Роспотребнадзора. Значит, возобновили работу межведомственные рабочие группы, работали в выходные дни, значит, проверили 25 предприятий экономики за нарушение масочного режима и несоблюдение стандартов Роспотребнадзора. Было составлено 3 протокола. Актуальную информацию о ходе прививочной кампании на территории района изложил заместитель главы района, управляющий делами администрации Рустам Хасанов. На сегодняшний день ситуация у нас следующая. С учетом выходных дней провакцинировалось у нас в целом по району 3621 человек, что составляет от регионального плана 19,4%. По наличию вакцины на сегодня у нас по имеющейся у меня информации 291 доз находится. Во всех пунктах вакцина есть. По информации, которая у нас в выходные была доведена, проблем с вакциной нет, огромная партия, мы ожидаем поступления с Москвы. В рамках планерки были также обсуждены вопросы реализации национальных проектов и программ благоустройства.